Жильцы одного из домов в Ангарске с интересом рассматривают происходящее за окном. На фасаде соседнего здания вывешивают плакат с изображением полицейского. Сам участковый уполномоченный Роман Васильев удивлен не меньше. Ведь теперь все жители опекаемого им района будут знать его не только в лицо. На плакате есть и номер мобильного телефона полицейского. Если учесть, что на территории, которую курирует участковый, проживает около 3500 человек, то информация о том, как напрямую связаться с сотрудником органов правопорядка, серьезно поможет в работе, считает Роман. Обстановка в городе Ангарске, ну, она своеобразная. То есть порой бывает напряженная оперативная обстановка. В первую очередь это поможет населению стать ближе к правоохранительным органам, сообщить какую-либо информацию, допустим, необходимую о преступности, о административных правонарушениях. То есть помочь сотрудникам, а сотрудники в первую очередь помогут гражданам. Помогать полицейским местные жители готовы, хотя район этот не столь проблемный. Все-таки лучший двор Ангарска. Работать здесь участковым Роман Васильев начал в августе, сразу по окончании института МВД. Учился на оперативника, но решил начать службу с самых азов. Дворник Ольга эту территорию обслуживает 2 года. По ее словам, место и вправду относительно спокойное. Тем не менее, наличие баннера с номером участкового, считает женщина, лишним здесь не будет. Ну, я считаю, что это даже очень хорошо. Это крупно, для всех видно. Телефон, номер, все. Сразу, если что, раз позвонил. Уже знаешь своего участкового. Номер хорошо запоминается, крупно. Разместить плакаты с информацией о местных участковых – инициатива руководства полиции Ангарска. В городе 49 административных участков. На каждом будет расположен баннер. Опыта у других городов пока такого нету. Мы первые, начинаем, так скажем, пионеры в этом деле. А нужно ли это, нет или нет, скажу, что да. Почему? Потому что очень частый вопрос – это мы не знаем своего участкового, мы не видим своего участкового, мы не знаем, как обратиться к своему участковому и так далее. Информацию об участковых уполномоченных в Ангарске можно будет получить не только с плакатов. Фотографии и номера телефонов сотрудников правопорядка будут размещены в подъездах домов, в сберкассах, на почте. Вероятнее всего, опыт ангарской полиции вскоре распространится и на другие территории Иркутской области. Денис Ларин, Александр Пахомов, новости.